кости. Это метаподия бизона. Это мамонт. Вон локоть. Так. Наверное, молодая самка. Это метаподия. Костей, слоновой кости, или так скажем, по-английски это айвори, существует здесь уже 300 лет. И каждый год наш регион добывает порядка 20-40 тонн слоновой кости. То есть вот бивней мамонта. Фрагменты кожи деформированы все. Здесь тут, поэтому надо будет ее опустить в раствор, сначала размокнуть нога, потом вот эти все деформации надо будет выровнять, также убрать лишние загрязнения. Вот и после этого будет помещаться в другой раствор консервирующий, который позволит изготовить мумию этой ноги. Because of the way Luba was preserved, she's slowly drying out, and we've noticed that she's lost weight between her initial arrival in Chicago last November and when we took her off display. She's the best preserved specimen that's ever been discovered, entirely intact. So in, not like seeing a skeleton that you might have found in a natural history museum or some of the ones that are here. Rather, she has all of her flesh on her as well, and she is as close as you can get to seeing a live mammoth as possible right now. The biggest bubbles appear to be the softness. Mm-hmm.